я считаю, что чему быть, тому не миновать. Я не собираюсь прятаться, скрываться. Потом я все-таки считаю, что и украинские спецслужбы за эти 3 года очень сильно выросли в своей квалификации. Вот. Поэтому я не переживаю. Вы оставили у себя, не знаю, какой-нибудь компромат, который может гарантировать вашу безопасность? Да вы знаете, это, мне кажется, наоборот, не может гарантировать безопасность, наличие какого-либо компромата. Потом, вы знаете, я считаю, что вот, ну, достаточно подло, может быть, даже если ты общался с какими-то людьми, и потом как бы на них выдавать какую-то информацию. Вот с моей точки зрения это не совсем прилично, это идет с какими-то вразрез с моими внутренними убеждениями.